Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Маруся, Юля и Алена. А жених у нас Михаил. Приходите. Михаил, 35 лет. Оставил свою жену ради телеведущей Ксении Бородиной, но спустя три года отношений расстался и с ней. Михаил в прошлом начальник криминальной полиции. Сейчас занимается бизнесом, увлекается горными лыжами и читает психологическую литературу. Мечтает сняться в фильме у Тарантино. Гордится сыном-отличником. Предупреждает, что его кошка не потерпит в доме других животных. Михаил не свяжет свою жизнь с ревнивицей, лишенной чувства собственного достоинства и женской привлекательности. Женится на гламурной девушке модельной внешности, которая уедет с ним в загородный дом и родит ему красавицу-дочь. Михаил, Тарантино круто. Правда. А что вы сделали для того, чтобы к своей мечте приблизиться? Ничего, наверное. Да? Миш, ну у вас же без диоптрии очки. Ну снимите, ну я буду к вам ласка. Так не вижу вас, не понимаю, не чувствую. Я потом в процессе сниму. Снимите, вот... обещаете. Да. Для меня, да, вообще глаза это зеркало души. Ну как это такое, да? Итак, Тарантино, круто. Да еще раз скажите про Тарантино. Ну, и какую роль вы себе там присмотрели? Роль, я не знаю, мне интересна любая роль. В принципе, в фильме Тарантино. Потому что это... экстрим у него всегда, это накал страстей, эмоций, а мне не хватает в жизни эмоций. Но опасно, Паша такой опасный. Я люблю опасный. Знаю, я да. люблю экстремальный. А вы же милиционер в бывшем, да? Слушайте, клевая мужская профессия. Практически 10 лет я отдал уголовному розыску. Вам, наверное, форма шла просто... идеально. Вот вы представляете, я сидел в кабинете. Я-то представляю. Заходят вот такие вот женщины и, говорят, вам бы в кино сниматься, а не здесь сидеть. А, то есть это да, вам вот эти посетительницы да, голову-то да. заморочили. И причем приезжали, брали интервью там про всяких маньяков, и даже корреспонденты говорят, что вы здесь делаете? И тут от вашей что красоты, вы здесь да. делаете? Да. Вам надо идти к Тарантино сниматься. Правильно. Ром, а вы не коллега случайно, нет? Нет, я не коллега, но в параллельной структуре я работал. На самом деле, друг, между прочим, тоже очень интересный молодой человек. И что же такое приключилось? Ну вот кроме того, что они вас все говорят, идите под камеры. Не в этом смысле, а вот под софиты. Идите, идите, Миша, не место вам здесь. И вы бросили все и пошли в реалити-шоу. Нет, ну, случилась ситуация, просто по жизни я очень, в принципе, одиозный. Не знаю почему, но ко мне у всех идет конкуренция. И получилось сами не так, догадываетесь, почему? Ну, не знаю, может быть, как есть красивые женщины, которых не любят, а есть такие же красивые, успешные мужчины, которых тоже не любят и пытаются всякими способами навредить, ну, чтобы принизить и самим возвыситься. Если человек яркий, всегда ему все завидуют и начинают палки в колеса. Из полиции я ушел, ну, грубо говоря, немножко меня позавидовали и подставили. В итоге я оказался... На улице. На улице, да. Но более того, я не знаю, рассказывать это, не рассказывать. В отношении меня возбудили уголовное дело. То есть мне грозило от 7 до 12 лет колонии. Меня что-то в нем вот напрягает. Я не могу понять, что вот. Но... Вы ждали, что вас придут, арестуют. Я был под подпиской, а не в выезде. К тому времени вы же, мало того, вы же были женаты, и у вас рос ребенок. Нет. Я уже был разведен. Уже давно. Но мы поддерживали отношения. Ну, сын рос, сын маленький. Сыну было, ну, 5 лет. Хорошо. Откуда нарисовалась Бородина? Кто кого куда привел? Она вас пригласила в это реалити? Или вы там с ней познакомились? Я пришел. Люди ахнули, как всегда. Вот они, вау, такой человек нам пришел, приехал на такой крутой тачке. Так, а вы такая, москвич? Так это, да. Я из Люберец, ну, из Подмосковья. О, ну, да. Люберецкий, типа, к нам нагрянул. Приехал, да, все там, такой мужчина. А, я Ксюшу встретил там в холле. А вы ее знали? Нет, чисто случайно, ну, знал визуально. Что-то. Он брутален, правда. Брутальный, спортивный. Я ее встретил. Покорил сразу же.
А вы туда шли работать ведущим? Вы хотели, нет, да? Просто участник. Как, ну каким ведущим? Мне через 3 месяца, 7 лет. Угу. Каким ведущим? Я хотел просто, это было начало лета, потусить лето, вот 3 месяца. Ну все, поняла. И у вас что там закрутилось, да? Закрутилось, завертелось. А вы знаете, что у нас была ваша жена на программе? Да. Да, давайте посмотрим кусочек, я хоть вспомню. Вы жили-были со своим мужем, у вас родился ребенок, вы с ним не разводились. И вот вы однажды смотрите по телевизору и думаете, наверное, у меня глаза лопнули, мой-то. Ух ты, а что это там делать на телевизоре? А он же не просто абы кому, самой Ксюше Бородиной. А это кто? А вот это Мишенька наш, да? Да. Фамилию будем называть? Не будем. Когда она со своим развелась, он ее утешил. И вот они туда-сюда их сейчас колбасят. Но вот она сказала: Ксюша, денег у тебя нет, он же не зарабатывает. Ну, здоровый мужик на проекте. С пацанами там, с малолетками. А она, там следствие было, что-то чуть не засудили. За что? А кто, кстати, за адвокат платил? Вы или Ксения? Она утверждает, что она. Я просто хотела его поддержать в последний раз, как бы, в суде. Слушай, вас просила об этом? Я еще ему привезла документы, которые он просил, ему нужно было для суда. Ну и заодно приехала на суд. Посмотреть на Бородину. И вот она к вам подошла, эта Бородина, и говорит, это ты, что ли, его бывшая, да, сквозь губу? Нет, почему? Просто подошла и познакомилась, что Ксения... Вы у нее автограф взяли? Нет. Сфотографировали так? Нет. Когда вы шли в реалити-шоу, вы были женаты. Это тоже вранье? У нас были отношения. Мы еще до сих пор женаты. По отношениям она... Так, у вас официальный штамп стоит? Нет, разлучница всех моих отношений. Потому что во всех моих отношениях на протяжении 10 лет с женщинами присутствовала Кристина. И сейчас она присутствует в моей жизни. Значит, но все соврала. Вместе. Давайте мы уже, жить не я можем. Не могу, подожди, я и так ничего не понимаю, у меня плавится все. Кто кому кто, откуда кто взялся, кто такая Бородина, кто она, расскажите мне. Она одна из ведущих реалити. В чем она супер? Что она такого в жизни сделала? Откройте любой таблоид. Ксения Бородина, Ксения Бородина, Ксения Бородина. В поиске забивайте К. Выскакивает вас первая это возбудило, строчка, когда вы ее увидели, да. Вот то ее статус, да? И вы с ней решили, ну, на вашем языке говоря, замутить. У меня все потому женщины... Потому что она вот как раз к тому времени имела такой статус. Я вам объясню. У меня были очень разные женщины. Там модельные, немодельные, там полненькие, худых не было. То есть довольно-таки уровень женщин был высокий. Но... Со всеми у меня отношения давайте не завязаны. Про Бородину, а здесь с Бородиной. Да. Образ собирательный, естественно, публичный, известный человек, плюс там ведущий. Для меня что-то это новое. И у нее тоже к тому моменту уже был ребенок, да? Да. У вас случилась любовь, да, на программе. Она, да, была понарошку для нас, для зрителей или для ваших сердец, душ? Как это я было не могу сказать за Ксению, но я как бы любил по-настоящему. Угу. Ну, и в моем стали понимании вместе, любви. Стали вместе жить, ездить отдыхать? Ну, как все обычные люди, как, да, это делать? Нам раздельно жить, что ли? Вот претензии, как, вот, это, она мне рассказывала. Ну, хотя я тоже на ее стороне в этом отношении. Правда, у меня не было такого. То есть вот вы, ну, у вас двое детей. Она больше зарабатывала, как вы. Ну, понятно, ну, что мы это отрицать будем? Нет, понятно, да? Потом, вы едете отдыхать. Это уже в процессе. Понятно, за ее счет, по сути, в общем-то. Ну, потому что вам только, может, на себя хватит. Вы еще берете ребенка. Почему? А что тогда обижаться? Своего ребенка. Почему она, по сути, считаете, четверых на себе. Почему вы считаете, что за ее-то счет? Я не пойму, это кто вам сказал-то? Как кто сказал? Ну, я просто знаю. Ну, да, Миш, я в теме. Один человек вот вливает вам в уши информацию, и вы ему верите. Знаешь, мне... Кто первый пожаловался, тот нет, и прав. Нет, Миш, мне такие люди говорили, которые жаловаться люди не будут. Какие более люди того, ну давай, ты будешь отрицать, что ты ходил с ней меня, на определенный... Из меня сделали уже, понятно, там какого-то Альфонса, но... Это основано на чем? А как это на называется? Чем? Если ты на идешь чем? На мероприятие с если женщиной, я 10 лет отработал в уголовном розыске... И потом просишь розыске, половину гонорара ее. Это как называется? На каком мероприятии? Ну, ты сопровождаешь ее на мероприятии. Ты мне не рассказывай. Послушай. Ну, да. Это с чьих слов? Я не буду на это называть людей. Ну, хорошо. Людей. А, в общем, может, она утверждает, что вы лежи ее, за ее счет, что вы ездили отдыхать вместе. Ну, а руку поднимали?
Отрицать нет. будешь? Не били ее. А, вы знаете, что если вы видите, что мужчина унижает женщину, знаете, что мужчина унижает в женщине мужика, то есть ты хочешь сказать, а не я тоже женщину. Мужем битая, понимаешь? Соответственно. Ты хочешь сказать, что ты Ксюшку не трогал, пальцем не трогал, только на руках? Обитая почему? Вы ведете себя как мужчины и, соответственно, становитесь на один уровень, значит, как мужики. Значит, нас надо учить, да? О, боже, какой ужас. Вы ездили вместе отдыхать, она вас ревновала, что вы слишком много уделяете времени своему ребенку, а не ее. Но это так было на самом деле? Но что вам было на ее ребенка наплевать? Вы поймите, 360 дней в году я с ее ребенком. Да. Соответственно, своего ребенка я вижу там в 100 раз меньше. То есть ее обвинения в ваш адрес были напрасны? Естественно, мы приехали на отдых, я вижу, что он плавать не умеет. Я, естественно, взялся, научил его плавать. Что мне еще делать? Ну, конечно. Или еще если она ожидала другого отношения, значит, нужно было на берегу расставить все точки и сказать, не бери, Миша, я не хотела, чтобы ты ехал со своим сыном. Хотелось бы понять, насколько он хороший отец. Сколько вы времени с ней были в отношениях? 3,5 года. А почему не женились? Не хотел. Вам нравится быть медийным человеком, ну, как сейчас говорят? То есть вы этим зарабатываете деньги? Сейчас я планирую заниматься этим. Просто, этим чем? Ну, в сфере шоу-бизнеса. Не очень мужское, на самом деле, занятие. Мне Роман, это интересно. А вы не перешли в шоу-бизнес? Вы также занимаетесь вот своим делом мужским? Нет, я своим уже не занимаюсь мужским делом. Ага. Я в запасе. Я перешел просто в бизнес. Без шоу, приставки. Ну, бывает, мне нравится друг его. Да, мне, а тебе уже и друг нравится. Слушай, а вот квартирку у тебя, ты же это, в Раменском. Да. Это как она досталась-то тебе? По наследству. Ну, послушай, ну, Миш, ну, давай. А? Ну, прям как-то так мне что? Даже по-возрастному выиграли вашим... дом выиграли и попилили. Что, неправда, что ли? Напополам. Так попилили это деньги, попиляли. А при чем это ну, родительская а какое квартира? Наследство-то? Родительская квартира, у меня все родители умерли. Скажите, а куда где деньги тогда? Вот деньги в банке лежат, что, на счету. А, ну, так я прошу, что-то нищет или не скажите, нищий? Пожалуйста, так с Бородиной что вы расстались? 3,5 года. Вы ее любили, вы говорите, она любовь всей вашей жизни. Ну, прошла любовь всей моей жизни. Давайте так. Поскольку не знаю ни ее, ни вас, я буду... Значит, говорят, что вы пришли в это реалити-шоу, потому что вас могли посадить. Вы за счет двух баб, то есть своей жены, и за счет Ксении, за счет их денег, что вы такой грозавчик, выплыли. То есть они сложились, вас отмазали. Вам нужна была эта популярность, потому что не хотите работать, ничего не хотите делать, и с Бородиной у вас типа это вышло. Сейчас вам она уже не нужна, потому что вы сами по себе можете, что вы ее ободрали, что вы были альфонсом, что жили на ее деньги, что она на вас тратилась. Вот такие ходят слухи. Вот скажите, что из этого неправда. Да, мне проще сказать, что все правда. Честно. Вот уже проще сказать, что все правда. Вы остались с друзьями с Бородиной или расстались с врагами? Как не вы вот сейчас? Она обиделась. На что? Ну, потому что я ушел. Как говорится, обиженные женщины, они могут немножко приукрасить. Это да, верно. Опустить мужчину, более а, потом идет, да. А потом идет слух такой. У нас была конкуренция. То есть ей вбили ее подруги, включая Розу, я так думаю, в голову. Такой стереотип, что если Миша вдруг всплывет, он обязательно тебя кинет. И она 3,5 года для того, чтобы меня удержать... Топила, так, и я буду рядом, считала. А вот если я всплыву, я улечу сразу. Хорошо. Рос, скажи, пожалуйста, мне вот к тебе вопрос. А что тебе интересного в этой жизни? Вот в жизни этих людей? Что тебя с ними связывает, взрослые тети? Они же коллеги. В чем? В шоу-бизнесе, Ларис. Ну как же, надо же знать, что происходит, в общем-то. Угу. Я же не артистка, как ты. Мне с ним тоже как-то надо хорошо, Михаил, быть вы тебе сейчас действительно хотите жениться? Мне одиноко, скажем так. А вот какая я женщина сможет выжить рядом с вами? Вы же неуловимые. Вам все время будет чего-то хотеть. Вас все время будут какие-то дальние дали манить. Скоро вам наскучит уже и свет софитов. И куда вас дальше повезет? А женщине нужна стабильность. Ей нужно растить детей. Ей нужно просыпаться и знать, что сегодня будет день не хуже, чем вчерашний. А с вами же взрывоопасно. А вы знаете, как написано в известной книге, не думай о завтрашнем дне, он придет и сам о себе подумает. Мы будем думать о сегодняшнем дне. А сегодня я как бы
Мы живем в этой реальности. И а в какой реальности? Мы живем в этой реальности, что нужно думать о завтрашнем дне, если ты хочешь детей. Это вы живете, а я живу по-другому. Я думаю, что девушки придут за вас бороться, такие же простые, как я, за вас такого сложного. Поэтому нужны какие-то гаранты. Действительно, вы хотите жениться? Хотите ли вы еще детей? Ларис, можно вас Лариса называть? Ну а как, можно тетя Лариса? Тетя Ларис. Да. Я объясню, что вы слишком повернуты на материальном, а я более духовный человек. Из-за этого мы, может быть, и с Ксенией разошлись, потому что часики твои, она знаешь, работать. Джинсы. А когда предлагают, вот корпоратив, сюда съездить, и деньги. И ты не можешь отказаться, и ты заложник этого. Я говорю, остановись, ну все есть, квартира есть, дом есть. А что вы на корпоративах делаете? А что вы делаете на корпоративах? Я не делаю, она, вот я ей говорю, хватит, вот есть какой-то предел заработка? Вот ты зарабатываешь там 1 000 000, мало, 3, мало, 10, мало. А чем больше дают, тем больше хочется. Правда? И люди... У вас так зарабатывают такие деньги? Ну вот Ксения зарабатывает, да. В месяц? В месяц. Поэтому у меня испортилось настроение. Программа закончена. А что делает вообще вот из женщины, вот почему женщина перестает быть женщиной, что из глаза, нее, почему? Да, вот сейчас я сформулирую это, 1, 2, 3. Убивает женщину в женщине финансовая независимость. Как только женщина становится финансово независимой, ей уже априори не нужен мужчина. Ну, между прочим, в этом есть доля правда. Я только работаю с утра до вечера, видимо, действительно, это правда. Я хочу все-таки определиться. Женщины придут сегодня, которые жаждут с вами не только познакомиться, но и за вас выйти замуж. И какой бы вы прекрасны ни были, им нужны какие-то гаранты. Вот давайте хотя бы 3. Вы хотите детей? Я вот, еще? Если честно, жаждал с вами только пообщаться. Детей хотите еще? Миша? Нет. Детей в ближайшие 3 месяца. Ну, никто вас под венец завтра же не потащит. Приличная девушка не ляжет с вами в ближайшие 3 дня. Поэтому я скажу детей так, у меня пока есть сын, нет. Мне как бы сыну сейчас еще сколько? Дочку бы не мешало. Я же тоже хочу дочь. Ну, отлично. Сыну сейчас сколько? Будет 10. А есть какие-то предпочтения, допустим, в профессии? Вот никогда в жизни не женитесь на учительнице физики? Потому что у вас детские страхи. Абсолютно. То есть все профессии для вас абсолютно равны. Да. Если она фотомодель на внешности. Вы поймите, все из одного теста сделаны. Это человек, главное, какой. А профессия это... Не, Миш, ну давай не будем, послушай. Ну, фотомодель на внешности маляр, допустим, уже ремонт есть. Сделал, малярша понравилась, и что? Ну полная женщина тебе подойдет? Да. Давайте с возрастом определимся. Старше скольки не рассматриваем? 32. Если у нее уже будут дети. Вот тоже не рассматриваю. Объясню, почему. Угу. Вот 3,5 года я прожил с Марусей. Это дочка Ксении. Я привязался. Я ее искренне любил и люблю. Но мы разошлись, и, соответственно, все, я не могу с ней общаться. Но она прожила со мной на этом свете больше, чем без согласна. Меня. Согласна. Это та мотивация, подписываюсь под каждой буквой. Вот в соцсетях, как бы, да, я где видела Бородина, вот он везде с ее дочкой постоянно, я видела, что он играл видео, разные фотографии. С чем не будете мириться в браке? С оскорблениями. Что в женщинах противно? Материал, ну, я поняла, я поняла про материальное... Матеряться. Да. Ну, вы мне не предлагаете жениться, понятное дело. Я просто чернорота. Ну, вы же замужем. Да, ну не мертвая же. Вы вот тоже. Вы мужественная женщина, а мне не нужна мужественность. Ни одной минуты не мужественна, ни одной минуты. Я абсолютная баба, вот просто 189%. Ну, вас уж, вы же со мной даже не знакомы. Еще что? Если, допустим... Ну, я не знаю, ну что. Ну, какие-то увлечения. Не ухаживают там под ногтями грязь. Ну, это не наш случай. Какие-то он вообще какие-то вещи такие странные говорит. Тамарочка, а что звезды?
По поводу, какая нужна женщина? Да, конечно, да. Только по этому очередь, поводу. Я хочу сказать, что вы человек, конечно, полный противоречий. С одной стороны, свободолюбие, водолея, стремление всегда быть впереди, что-то новое для себя узнавать, открывать. Правильно? Типичный водолей, Меркурий и Солнце водолеи. Но, тем не менее, Луна в Раке. Она дает очень большую привязчивость к матери. Видимо, у вас с ней были какие-то не очень простые отношения, но все-таки внутри себя вот это вот состояние памяти о ней, оно на всю жизнь требует чего-то похожего, правильно? И сейчас, может быть, бессознательно вы ищете женщину, которая похожа на нее и будет в этом доме, как она. Но скандальная слава мужская, она вот, к сожалению, прописана в вашей карте. Вот в личной жизни вам нельзя связываться, наверное, ни с женщиной-рыбой, ни с женщиной-девой. Потому что ни с рыбой, ни с девой. Потому что рыба – это любовь, но противоречие, скандалы, драки буквально, понимаете? С девой вы будете давить, вы задавите этого человека. Поэтому ищите золотую середину. Вот что-то между этим, что впишется. Это может быть рак, это может быть близнец, весы. Который по духу близок. Ой, я близнец. Весы, безусловно. Весы. Я близнец, я близнец. Я подхожу. И Шань, давайте знакомьтесь уже с первой невестой. Проходите. Я Маруся. Маруся? Привет. Ну, друзья, Маруся называют. Ну, пойдем, Маруся. Маруся, 33 года. Заместитель генерального директора в ювелирной компании. Занимается экстремальными видами спорта, прыгает с парашютом и гоняет на спортбайке. Изобрела свой фирменный мясной пирог. Предупреждает, что у мужчины не должно быть ночных встреч без нее. Возлюбленный Маруси стал крестным отцом ее ребенка, но статуса законного мужа оказался недостоин. Здрасте, девчонки! Здравствуйте. Какие вы прямо все куколки! Все подружки? Подружки. А что в коробочках? Я вам подарки опять принесла. А то розыск сейчас зайдет все. Уже дарите быстрее. Ну, подарочки, смотрите, прям со вкусом, да, она подобрала даже по цвету каждый. Это ручная работа, я изготовила их для вас сама, броши. А мне коньяк, для чего? Это лошадь и подкова, это для счастья. Марусечка, вам 33 года, у вас есть ребенок. Да. Девочка симпатичная очень. Вы забеременели от московского мальчика, студента, он, естественно, пришел мамке на грудь, говорит, мам, вот девочка беременная, мама что сказала ему? А сначала как бы мы с ним решали жить вместе, все как бы вроде нормально. Сколько вам было лет? Мне 25. А ему? Ему 24. Вот, и после того, как он пообщался с мамой, он мне начал писать и говорить, Марин, делай аборт. Я ему сказала, что аборт я делать не буду, как бы я тебя ни к чему не принуждаю, ты можешь жить своей жизнью. Вот, в итоге, как бы он, не переставая, меня просто этими сообщениями засыпать и говорить всякие такие неприятные слова, что это может дать для ребенка, вот вы приезжие приехали сюда, чтобы там москвича зацепить и как бы квартиру, все а такое. А он на контрацепции ни сном, ни духом, живя в Москве, да? Нет. Вот, в итоге... И вы тоже, судя по всему. Ну... Влюбилась она, да. Что? Такая голову, ситуация была. Голову снесла. Молодая, влюбилась. Она даже таким же простым языком разъясняется, так же, как и жених. Вы родили ребенка, он видел его? Он видел его случайно. Я когда приехала в Москву, ребенку было 3 месяца. А сейчас где живете? В Москве. В Москве же, да? А откуда появился крестный вашего мальчика? А с крестным мы познакомились на дне рождения подруги одной моей. Вот, он мне случайно всунул визитку и говорит, позвони. Ну, я ему 2 дня не звонила, а потом думаю, дай-ка наберу. Вот, набрала, и все как бы у нас так закрутилось. А вы его пригласили в качестве крестного, потому что он стал вашим любовником? Нет, мы начали с ним жить, это потом уже. Он крестил моего ребенка. И все было хорошо? Да, все он было. Он был очень обеспеченный, жил на Рублевке? Да, мы жили там, за городом. Потом неудобно было на работу ездить. А кем вы работали? А я тогда в ресторане работала.
Скажите, пожалуйста, все хорошо складывалось с ним? К ребенку относился хорошо? Да. А почему однажды вы приехали к себе, и вас охрана на Рублевке не пустила? Нет, не так все было. Я ехала домой, а у нас, когда приезжают гости, мне звонит охрана и говорит, к вам в гости. Я звоню ему, он не отвечает. И полчаса осталось до моего приезда, я приехала, и что я увидела? Всю эту поляну, бутылки, бычки. Вот, я спрашиваю, кто здесь был, он... Типа, ну, компания, друзья, подруги, все такое. Я открываю свой ноутбук и вижу страницу девочки. И я сразу поняла, кто здесь был. Мне кажется, он не очень внимательно относится к ней, закрылся, да, сел в позу такую. А он что, вам давал этот клятву верности, что ли? Я не пойму, нет, никак. Нет. Ничего вам не обещал, практически облагоденствовал, ребенка было куда положить, чем накормить, вам работу дал. Ну, я думаю, что это копилось, наверное, да, девчонки, помогайте? Да. Наверное, это было не единожды. Хорошо, а продюсер когда появился? А продюсер появился после того, как я обнаружила вот эту всю картину. Мы с ним переписывались в соцсетях. Ну и вы себе позволяли видеть во время того, как проживали с мужчиной? Не, этот продюсер, он знал, что я живу с мужчиной. Мы просто с ним на дружеской ноте общались. Ну какие могут быть дружеские отношения у меня с Мишей, с Ромой? У меня могут быть только бывшие... У меня могут быть дружеские отношения с бывшим Димой Нагиевым, потому что все было 100 миллионов лет назад. Это уже когда в прошлом все, есть о чем и справиться, как там дети, там бла-бла-бла. Девочки, вы верите вот в дружбу между мужчиной и женщиной? Конечно. Мне кажется, это такое очень часто, дружба, да, существует. И вы ушли к продюсеру? Да. Ну так понятно, если же. И с продюсером прожили 4,5 года? Да. А там почему он не женился на вас? Не, почему? Он мне делал предложение, мы в сентябре должны были пожениться. А почему не поженились? После измены... Тоже изменил? Да. Я ему говорила, если ты изменяешь, изменяй так, чтобы я об этом не знала. Какая глупая. Не надо такого было говорить. Это была самая большая ошибка. Настя, помогайте. Вы очень похожи на девушку моего сына, безумно. Я думаю, почему вы мне так приятны, почему я на вас так хочу смотреть? Мне подруга, кстати, нравится, беленькая. Смелирование? Да, я ее сразу запеленговала. Вас устраивает то, что Михаил сегодня практически ничем не занимается? Он себя ищет вот в 34 года. Не, ну каждый человек себя ищет. Но... Все, спасибо большое. У вас есть три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Свидание. Подарок потом? Подарок? А давайте, дайте ему сначала подарок. Да, давайте подарок подарим. Насколько я знаю, что ты любишь экстрим, и люблю я его. Вот, я решила такой маленький скромный подарочек подарить. Полет на вертолете. А сейчас... Это сертификат. Да, проходите, пожалуйста, и пообщайтесь, как вы там будете на вертолете. Это нам уже приготовили? Нет, тут мы уже... Ой-ой-ой. Попили? Попили. Ох, это я так хотела передать им чашку. Ну, у нас что, свидание или что? Может, просто пообщаться. Не обязательно свидание. Послушать. Так как я поняла с ребенком тебя. Ну, у меня была ситуация, как бы это очень сильно как бы травмировало, наложило отпечаток на, в принципе, и на мое сердце, и на мою, там, может быть, психику. Потому что на самом деле, когда ты привязываешься там к чужим детям, и если у там родителей, грубо говоря, ничего не получается, они расходятся, получается, что своего-то я могу видеть, да, периодически, а здесь прав нет никаких, и поэтому. Все, пока. Чуть быстро прям выскочу оттуда. Все, девчонки, забирайте свою подружку. Вы уже все подарили. Пойдем, проходите. Ну, просто куколки. Одна другой краше. Ну что, никак даже после того, как пообщались? Ребенок будет мешать? Мы пообщались как раз на эту тему. Я сказал, что... Как бы и так уже есть один рубец на моем сердце. У него осталось еще чувство. Да. Может, чувство к ребенку осталось, да. А не к Бородиной. Рома, а вам, в принципе, понравилось, Маруся? Мне нравится, когда поставлена речь у девушки.
есть вопрос. Мне нравится, когда девушка уверенно себя чувствует, ну, вообще в чем-то, неважно. Угу. На студии, дома. А здесь я не увидел такого. Это, опять же, повторюсь, мое личное мнение. Ну, а то, что у нее есть ребенок, это, конечно, замечательно, но не в данной ситуации. Здесь будет тяжело. Принимаю. Мне друг его, кстати, нравится. А вы не настолько обеспечены по представлениям Маруси. А вообще, как его зовут по-настоящему? Маруси, что ли? В паспорте Маруся? Ну, какая тебе разница? Маруся и Маруся. Ну, как хочется по-взрослому. Ну, что Алена Свиридова в 65 лет. Алена, тебя не смущает. Не, ну, Маруся, Николай, Маруся тебя не смущает. Маленькая девочка. Да. Ну, ладно, бог с ним, хорошо. Это... Соответственно, у вас нет столько денег, Миш, как бы вы там не стебались на эту тему и так далее. Потому что я, как говорится, видела ваши финансовые... Отчеты? Не знаю. Да. Она параллельно работает в налоговой. Откуда? Да. Я вот не могу понять. А? И она для вас тоже не является равноценным партнером, даже не потому, что у нее, в общем-то, ребенок и так далее. Просто она не дотягивает. Понятно, что Маруся со своим ребенком должна встать на ноги. Самой колотиться, ты сама знаешь, что такое, да? Женщина, я была матерью-одиночкой, это очень тяжело. Перестаёшь быть женщиной. Должно повести. Вот и все. Поэтому ей нужен мужчина надежный, вы таким не являетесь. Вы себя ищете. Потом вы правильно сказали, вы хотите я додать уже... пацану Почему то я себя ищу? Своему я ребенку. Себя-то уже нашел. Понятно. О, боже мой. Маруся, несмотря на то, что она показалась вам неуверенной, она на самом деле человек очень уверенный в себе. Мы не такие уж и простые, да, Марин? В тихом умуте черти водятся. У них физическая совместимость очень хорошая. Да не хочет он ее из-за ребенка, никак не хочет. Вообще я рассказываю астрологический анализ о том, что мы спрашивали. Откуда вы знаете, что я ее не хочу? Может, я ее хочу? Так у нее было двое таких, которые хотели, да не женились. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. Пока реклама. Это «Давай поженимся». У нас в студии Михаил. Встречайте невесту. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Слышала рекомендации по поводу знаков зодиака. Я близнец. Юлия, 21 год. Студентка, будущий инженер по микроэлектронике. Финалистка конкурса «Мисс Россия». Вышивает гладью, владеет техническим английским языком и ведет дневник. Гордится длиной своей косы. Мечтает родить дочь. Юлия терпела выходки своего возлюбленного до тех пор, пока он не вынудил ее прыгать на костылях до магазина. Надеется, что Михаил не будет играть на ее чувствах. Юлия, а вы впервые видите Михаила или следите за его жизнью? Творчество. Не слежу, но вижу не впервые. Ой, молоденькая такая. Вообще, милашка-малышка. Ну, наш жених, я думаю, не менее строптивый, чем ваш бывший. Расскажите, что там за выходки он себе позволял. Во мне создавали кучу комплексов, что я некрасивая. У меня неправильные там внешние какие-то данные. Что вы толстая. Да, кстати. Это вот при такой фигуре, да, толстая? Да. А не говорю, что вы лысая? Нет. Потому что вы такая толстая, как вы лысая, поэтому... Ну хорошо, а когда выяснилось, что он, оказывается, женат, и у него при этом еще 10-летний сын? Спустя полгода наших отношений, так это было сказано невзначай. Ему было так удобно, весело, что я моталась в каждую его командировку, постоянно по возможности была рядом с ним. Ну такая походная жена. Да, удобная девочка. А вас не смутило, вот, когда вы узнали, что он женат, у него ребенок, почему не бежали от него? Любила. Очень милая такая девчушка. Угу. Мне она очень нравится. А как ваши родители к этому относились? Мама относилась к этому изначально негативно, она была против этих отношений. А в дальнейшем она вот мне сказала... любовницы. Мама ваша же понимала, что он никогда на вас не женится, что у него уже есть семья. Вы могли забеременеть. Я не была любовницей. А кем вы были? У него был штамп в паспорте, то есть официально он был женат. Но он не жил со своей женой и со своим ребенком. В какой роли, какая роль у вас была? Вы говорите, не любовница, кто? Я до сих пор не понимаю, кто. Кем я была, я до сих пор этого не понимаю. Ну, любовница. А что, красивый был?
Ну, как Мишаня наш. У меня такой же, ты тоже красавчик. Да он прям такой же. Вот это все, кто? Вот все такие. Бывший. А вот кто? Юра-то? Вот да. Да ну ладно, а что, с переломанным лицо? Носом. Да ну брось ты. Что? Да конечно. Извините. Ты еще сейчас не будешь... Да, ты еще сейчас заступись за него. Уже абсолютно. Я не буду заступать. Ну и слава богу. Смотри, ты на розу красавчик. А что там за история с костылями? Я вернулась в свой город по делам и сломала ногу. Случайно оступилась, упала с каблуков. Оступилась, сломала ногу. Это как раз был май месяц, сессия, день рождения, буквально через пару дней. И он приезжает, и ужин готов. Юля, как принеси стаканчик водички? А может быть, нальешь? И все в таком духе. И когда он уже уезжал, бегом скорее обратно в Москву. Он мне, я попросила его довезти меня до магазина, он находился буквально около дома. Нужно было купить продукты, как раз, чтобы было удобно. Он мне говорит, а вызови себе такси. Это очень драматическая история. Я практически просто сдерживаю себя, чтобы не зарыдать. Я уже на таких нервах, у меня просто трясучка. Это правда, у вас очень тяжелая судьба. В 21 год такое пережить, это не знаю, кто бы еще справился. Юлечка. Нотки сарказма слышу в вашем голосе. Вот мне нужна такая женщина, которая пришла, девушка, и сказала, я вот его бросила, он мне нахрен не интересен. А приходит... Меня кинули, мне изменили, мне это, мне то, мне все, мне априори уже это неинтересно. Мне нужна женщина, которая наоборот постоянно кого-нибудь изменяет, что... которая нахрен послала всех, порвалась, сказала, я лучше всех. Понятно? Вот зачем поэтому вот. У вас осталось два бонуса. Потому что я очень тоже властный и сильный. Вот. Да, девочки, в студии обстановка да. уже накалилась. А у нас есть, кстати, видео, вот Роза подсказывает. Давайте посмотрим на видео. Похожи, девчонки, вот как ты похожа с моими племянницами. Вы все такие все выкладываете, и все одинаковые. Я проснулась, я легла, я с яблочком, я с ножком. Побудьте еще юной девушкой, побудьте маленькой, рано вам еще замуж. Ну совсем, ну глупындер. У вас два бонуса осталось, семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу? Давайте, может быть, это вас возбудит как-то, ну в хорошем смысле. Может быть, вы что-то узнаете, что, оказывается, она прямо перешагивала через мужчин. Возбудить здесь вы только меня можете. Оскар, дядя, Оскар. Что это? Вы мечтаете об Оскаре? Нет. Или он у вас уже есть? Оскар. Оскар. О, ты Оскар. Залывайте. Оскар. Пойдем. Оскар. Французский. Вы дарите эту собачку? Нет, у меня кошка дома. Мне что, я боюсь собак, я кошачник. Почему это скелет, а? Ну какие у нее скелеты в 21 год? О чем вы говорите? У нее был один неудачный любовный опыт. И то есть она его не придумала. А сюрприз есть какой-нибудь? Да, но для этого мне нужно переодеться. Переодевайтесь. Спасибо. Уже сразу видно, как он воспитан. Он воспитан вообще, на самом как деле. Как он относится к женщинам. Также порхающе. Спасибо вам, друзья мои. Проходите в свою комнату. Роман, ну вот смотрите, деток нет у Юли. Молодая. Ребенок еще? Да. Я считаю, что для Михаила
она слишком молода. Хорошо, что вам не нужны малолетки, это приятно, что все-таки вы видите и оставляете ей для нее же самой, чтобы она набиралась опыта где-то в другом месте. Это приятно. А звезды? Я хочу в первую очередь сказать опять, вы ложное впечатление сложили о ней. Девушки приходят скромными, но на самом деле их потенциал кроется внутри, потому что она очень сильна, она способна переживать неприятности, препятствия, подниматься из праха. Она человек увлекающийся, влюбчивый, любящий, но импульсивный. Неприятно. Я разочаровалась, какая-то, честно говоря, в этом человеке однозначно. У вас есть еще одна невеста, пожалуйста, познакомьтесь с ней. Я Алена. Очень приятно. Я Михаил. Очень приятно. Алена, 29 лет. Актриса, певица, телеведущая. Мечтает преодолеть страх высоты и совершить прыжок с парашютом. Гордится тем, что помогает дому малютки. Предупреждает, что слишком вспыльчива и прямолинейна. Бывший муж не смог смириться с растущей популярностью Алены. Не выдержав тирании, девушка подала на развод. Надеется, что Михаил не будет ревновать ее к работе. Здравствуйте, красавица. Здравствуйте. Ларисочка, это вам весенние цветы. Вы у нас тоже близнец, как и я, это цвет близнецов. Да? Тамара, да. Вам белый, мне с таким цветом. И розочка, да, с красными тюльпанами. Спасибо. Алена, вы когда знакомились с будущим мужем, еще не были популярной певицей? Нет, еще не была, но я работала. А чем тогда? Я работала в фотомоделью, работала. То есть это вот была та самая любовь. Сколько вам было лет? Мне было 17 лет. А ему? Ему тогда было уже нормально. Ему 100. Он на 17 лет меня старше, да, и, к сожалению... Почти 40. К сожалению, он был тогда не свободный, но, правда, он очень умный, разумный мужчина, да, был и есть на данный момент, да. Он не сказал, что он женатый, потому что, конечно, тот факт меня бы очень сильно бы испугал бы, я бы, конечно... А кто заговорил о брачном контракте? Первый. Это уже потом, уже когда у нас отношения стали развиваться, все. Он... Первый заговорил, хотя, в принципе, я спокойно эту идею поддерживала. Слушай, как можно додуматься до брачного контракта, когда ты любишь? 17 лет, а? Какие пункты входили, что в случае чего? Ну, во-первых, конечно, так как он очень хотел деток, и, в принципе, я, конечно, тоже планировала детей, да, он очень хотел, чтобы у нас были дети, меня как-то простимулировать. То есть у нас был пункт, что обязательно должны быть дети. Вот. И за каждого ребенка что вы получали? Так их нету или есть? У нас, знаете, вот я там слушали, мы так внимательно с моими подругами, да, вот, вас дети как-то смущают, ну, пусть они вас не смущают, потому что дети это вот исключительно мои так сколько дети. Сколько получил? Ладно, давай. У меня один ребенок, девочка у меня. Нет, сколько ей? Сколько получили денег-то за дочку? Ну, там вообще по брачному контракту там 60% от нажитого имущества. Опа-ненький. Плюс еще то, что... как бы записывалась во время брака. Вот. Но, в принципе, как бы я и замуж выходила, как я всегда говорю, то есть я не в ситцевом платье, да, то есть у меня как бы хорошие родители, приличные, у меня там была своя квартира, своя машина. Да, Аленочка, вот... ребенку сколько лет девочке? 7 лет. 7 дочке. Лет. Итак, вы живете, все у вас хорошо, и вам приходит в голову идея запеть. Ну, не то, что там приходит, я всегда занималась вокалом, музыкой. И он стал вкладывать в вас... деньги. На что он надеялся? Что, вот вы говорите, он на что надеялся? Что вы бездарная, что у вас ничего не получится. Он вам как бы, ну, бросит вот такой кусок, типа, ну, да хорошо, вложу в тебя деньги. Ты все равно ну, может быть, знаете, по принципу, не станешь никакой звездой. Может быть, я согласна. А на что он надеялся, вкладывать деньги? Конечно, что появятся поклонники. Ну, по принципу, знаете, наверное, Ларис, даже чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Наскучил, ну, надоел, ну, поняли, что жизнь с молодыми, с яркими он очень, гораздо знаете, интереснее. Он очень деспотичный. Да, такой. Он, в принципе, вдруг всегда стал. Был деспотом. Нет, он был деспотом. Но когда вот эта тирания уже постоянно стала, вот эти вот расспросы, почему там поздно приехал, ну, как объяснить, что, например, там у нас съемки, да, там клипы там допоздна, там, или еще где-то там что-то на съемках задерживаюсь, какие тут эти мероприятия, хотя я совершенно... Изменяла? Я совершенно не тусовываюсь. Изменяла? Были романтики? Нет. Увлечения были? Ален? Нет, я не изменяла. То, что там пишут в прессе, даже и не слушают. Я не читаю никакую прессу, я знаю, что пишут в прессе. Там всякую
всякую ерунду пишут, даже не стоит читать. Как я, например, про вас, Михаил, увлекалась, тоже не читаю, влюблялась, не хочу даже знать, кто-то что пишет. Нравился. Нет, ну понятно, может быть, на съемочной площадке какие-то симпатии были, да, вот, да, ну молодость, все было, вот, все было, у меня настолько, вы, да, проживали, знаете, жизнь молодой женщины. У меня настолько... Адольма ждал старче, ну и богатый, ну и вложил уже. Ну старче, он прекрасно выглядит, даже сейчас вот в своем возрасте он там вообще, ну, форму молодого даст. Для меня, наверное, но для вас, молодой барышни. И сколько вы с ним прожили лет? 8,5 лет, 9 лет почти. Отдали всю молодость, можно сказать. О, не говорите. Юное дело. Имеете на 60% права. Разводились полюбовно или... Нет, ну полюбовно, как же с таким брачным контрактом можно разводиться? Конечно, пришлось вот так вот, так скажем, по-хорошему, потому что с такими вот людьми, да, там... А что можно по-плохому было? То есть вы ему так сказали, если не по-хорошему, то по-плохому. Нет, ну он понимал, мы же когда составляли брачный контракт, да, и жили, да, вот, мы же не собирались разводиться. Конечно, в его планы и в мои планы это, в принципе, не входило. А вы знаете, а вы молодец, Ален. Ну, можно сказать, за всех жен отомстили. А вот так ему надо. Вот мне, например, не жалко его. Знаете, ни одной секунды. Так и говорит. Вот да. Поэтому сфотографируйте мужчины, повесьте на холодильник вот фотографию Алены. И чтобы каждый раз, проходя мимо холодильника, чтобы ваши орешки превращались в изюминки от страха. Спасибо. Супер, супер. И уже ребенок, в общем-то, не помеха. Уже ребенок не помеха. Все отлично. Уже нормально все вообще? Отлично. Мы совершенно другое, да, девочки, слышали? Вот мужчина, вот верим потом, а? Женщина, которая любит себя, ей вообще никто не нужен. Вообще никто не нужен. А вот его и будет раздирать именно этот момент. Вы же ведь и не хотите замуж, Алёна. Нет, нет, я замуж сейчас не хочу на данный момент. Я только сейчас, вот правда, отдыхаю вот от того брака. Еще вот недавно мой бывший муж тут нагрянул с подарками на 8 марта. А что подарил? А что опять подарить? Замуж. Вот, сказал, нет. Ну, представляете, заодно, да? За одного мужчину, да, вот, Роза, как вы считаете, выходить подарил второй раз замуж? Что? Ну, подарил он там меня. Машину, но я как бы не подарил, взяла. Говорю, что? Машину очередную. Машину очередную взяла? Ну, вот. А что, дур, что ли, не взять? Нет, ну, я сказала, для дочки, правильно? В школу будет возить. Да, конечно. Что хорошее, вот, последняя модель из класса. Пусть дочку возят. Сейчас сидят женщины в трениках. Где-нибудь на Урале. Едят чипсы с пивом. Матерят вас, почем зря. Лохудра, белобрысая. Вот мне бы так. А у нее зубы вставить, блин, времени нет, понимаешь, и денег. А тут машину, ну что, для ребенка. Нет, время на себя надо находить. Молодец, браво, браво. Про семейную традицию расскажите, остался один бонус. В вашей семье, то я даже не знаю, в какой, правда. Семейные традиции у нас, да, вот, Михаил, у нас есть такая вот, даже не то, что традиция, женское поколение у нас, да, у нас женщины вот видят. То есть вот у меня вещи сны, например, через, да, вот... То есть такие вот как бы вещи вот мы всякие видим. Она ясновидящая. Боже, какая прелесть. Она там еще сейчас она выдержала. Особенно считываю информацию вот близких людей, да, подруги вот скажут. А номера банковских карт не считываешь? Ну, над этим я работаю, конечно. Думаю, что... Да ей сами принесут и сами все дадут. Ей считывать не надо напрягаться. Я, может, к ней на консультацию вот. Нет, Роз, это надо было родиться Аленой. Ну, как всегда. Тогда принесут, идет. Вон уже и пацаны зарделись и чувствуют себя 11-летними. Оживились хотя бы, да, девочки? Конечно. Оживились, прям глаза я горят. Даже не смею спросить, а что уже будет у нас на сюрприз? Петь станете? Платье у нее красивое, прическа красивая, симпатичная девушка, но он ей однозначно не нужен. По краю льда бегу туда, где яркий свет, но нет тепла. Хорошо поет. Как и прежде. Полеты снов, недолюбил, мечты убил, незримым ядом, холодным взглядом. Верила я, долюбила, думала зря, что забыла, крылья белые не сумела я уберечь от огня. Верила я, да не знала, что любви быть.
Спасибо, девчонки. Спасибо. Забирайте свою подружку-красавицу, а мы посплетничаем о вас. А вы что скажете, пожалуйста, мальчики? Я скажу, что хорошая девушка, как бы, но здесь неоконченные отношения с мужем. Или у вас денег не хватит? У меня не хватит, по сравнению с ее мужем, ну, что, будем говорить, будем реалистами. Но, ну так что? Но манит? Манит карусель. Как вы считаете, вообще она на самом деле заворожила его? Она же там сверхъестественными способностями обладает. Мне кажется, информация. Она приворожит кого угодно. Такая симпатичная, активная, прям. Милая. Куколка. Роза. А что Роза-то? Девушка устроилась как положено. Все хорошо у нее. Я склонна верить, в конце концов. Все по любви. Почему бы нет, Тамара? А я хочу сказать, что здесь невероятная совместимость есть. Кто бы сомневался? Духовно-душевное взаимопонимание, может быть, чем больше люди общаются. Здесь так много совпадений, это бывает очень редко. Единственное, понимание, представление о социальном статусе, о браке и вообще о законах жизни у вас абсолютно параллельное, даже противоположное. Миш, вот честно, ответите на мой вопрос, откровенно. Даете слово? Вот если бы сложилась такая ситуация, и у вас бы с Аленой начали складываться отношения, а тут бы подошел муж к вам вот с таким предложением. Я тебе даю 1 000 000 евро, отступись. Я бы отступился. За 1 000 000? Конечно, 1 000 000 евро. Мы в любом случае вас поддержим, а сейчас быстрее, пока кто-нибудь ее уже... Первая невеста, вторая и третья. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать решение Михаила. Я все-таки выбрал Аленушку, потому что она такая красивая. Прям. У нас есть пара Михаила и Алена. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Я Всеволод, мне 21 год. Работаю водителем автобуса, развожу немецкий дом. Люблю готовить, фотографировать и активный отдых. Вот, ищу девушку от 20 до 30 среднего телосложения, которая будет обо мне заботиться.